вопрос, вот, что бы ты сделал, если бы у тебя была возможность поменять что-то в нашей стране, в России. А вопрос подразумевает то, что у меня есть власть. Да? Для меня власть – это самое страшное испытание, которое может быть. Это невероятно сложно принимать решения и менять миллионы судеб людей. Но так как вопрос – гипотеза, я поэтому, в общем-то, и буду отвечать с точки зрения гипотезы, что бы я сделал в этой ситуации. Первое, что бы я сделал, я бы переместил столицу нашей страны в географический центр страны. Исключительно это был бы первый ход. Второй ход. Я бы сократил расход бюджетирования на исследование космоса, дальнего космоса однозначно. Вот деньги, необходимые для поддержки спутниковой связи, да, и спутниковой вот этой группировки, но не более того. Я бы перенаправил эти деньги на изучение территорий нашей страны непосредственно, в том числе и водных ресурсов, океанов, озер, морей и так далее. Я бы изучал то, что рядом с нами, совсем близко, то, что мы можем потрогать рукой.